Леон, сорт Серпент. Сегодня 27 июля. Норма высева здесь в пределах 5 миллионов, 25 килограмм получилось. Сеялка Rapid 800S. Достаточно выровнен. Уже почти готов. Внешне вроде бы, но влага, конечно, еще присутствует. В семенах. Уже начинает шуметь. Вот так вот выглядит. Достаточно неплохо. Со льном я как бы раньше не сталкивался никогда и очень мало могу комментировать, что здесь было на этом поле. Предшественник Райграсс, вспашка. Посев где-то 25 килограмм, сеялка Rapid 800S. Перед посевом было выравнивание, затем прикатывание. Гербицид в достаточно поздней фазе уже был здесь. Секатор Turbo и противозлаковые также препараты вносились. Что касается удобрений, где-то 100-120 килограмм селитры аммиачной. Хочу сказать, что Леон очень резко отреагировал на азотное удобрение, выровнялся, а до подкормки как-то стоял, не решаясь даже расти. Поле было все такое волнистое по развитию. Фазы тоже были также, растения были в разных фазах, то есть где-то только всходы, где-то уже конец елочки. Ну, то есть такая была неравномерность. После подкормки, конечно, Леон выровнялся. Ну, в целом, культура достаточно приятная. Приятная, наверное, до уборки. Проблем особых не создает. В то же время эта культура позволяет подготовить поля в плане вычистить от сорняков, как от злаковых, так и от широколиственных, от двудольных, допустим, от таких неприятных, как тот же осот, можно бороться здесь клопиролидом, или от, допустим, злаковых, да, пырея и других сорняков, достаточно таких распространенных. Поэтому культура позволяет подготовиться к следующей культуре. То есть неплохой все же, я думаю, Леон как предшественник для многих культур. Культура как предшественник для многих культур. Следующих, таких особенно как зерновые. Понятно, что будут проблемы с самим льном, потому что лен устойчив ко многим ДВ. Но я думаю, что препараты, ну, вообще-то есть препараты, зерновые препараты, в которых лен легко можно подавить. Поэтому все вроде бы неплохо. Теперь уже вопрос уборки.